Как, делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в новую серию наркомании майнкрафтовской, в Майнкрафте, посередине Майнкрафта, в Майнсруфте. Здорово, всем привет, как вы прекрасно знаете, этот канал, в принципе, содержится только на наркомании. Я нашел очень офигительную команду на новую версию Майнкрафта 1.13.1, которая полностью состоит из наркомании. В чем она заключается? В том, что все наоборот. Вот все наоборот. Вот все, что ты знаешь о Майнкрафте, все наоборот. И мне просто самому даже стало интересно, как же этот Майнкрафт работает и что мы в принципе должны делать сегодня в этом Майнкрафте. Еще раз скажу. Перевернулись. То что канал Наркоман, Майнкрафт, Мунсруф Наркоман, команда Наркоман, все Наркоман. Ты наркоман, даже свинка наркоман. Мне интересно, если в этом Майнкрафте все наоборот, то что свинка делает? Свинка пока что ничего такого не делает. Свинка выкидывает мясо так же, как она выкидывала. А ты... Овечка все так же жрет, как она и жрала. А может стала овечка каннибал, овечка? Ты будешь кушать мясо свинины? Свинки. Розового мешка с мясом. Будешь кушать? Кушай. Нет, она не хочет кушать. Первое правило в Майнкрафте. Наоборот. Мы не можем зайти в открытые двери, чтобы вы понимали. Вот я не могу сюда зайти. Вот вообще никак. Но меня попросту не пускает. Попросту не пускает. Чтобы зайти в дом, нужно пройти через двери. Выйти уже нужно, открывая двери, но все же. Я не могу зайти в дом, когда двери открыты. Мне нужно закрыть двери. Вот смотрите, я захожу. Видите, меня отталкивает. Нужно закрыть двери и только так зайти. Даже в железные двери я могу зайти. Но... подождите, а как мне выйти? Я забыл здесь рычаг поставить! Выпусть! Так, ладно. Опа, вот. Какой я профессионал, слушайте. Я даже не знал, что оно так действует. Так, что еще в этом Майнкрафте наркоманское? Давайте мы с вами подумаем. В первую очередь, подпишись на канал, пожалуйста. Вот прямо сейчас. Вот смотри, как бы тебя замотивировать. Вот. Я сегодня делал сигны подписчикам. Сигны подписчикам. Я выберу из комментариев трех людей, которые напишут самый креативный комментарий. Самый креативный комментарий, который мне понравится, я этому человеку на его имя сделаю сигну и выложу на днях в группу ВКонтакте. Но тебе нужно 100% быть подписан на мой канал. Если не подпишешься, ты наркоман! Наркоман, как вот эта свинюха! И вот этот сквит тоже наркоман. Ты чё, дурак, делаешь у меня такое? Подождите, если это Майнкрафт наоборот, значит водичка должна убивать, да? А лава... Да. Вода нам кидает Poison 3, отравление 3 и слепоту 2. Прекрасная водичка. Просто прекрасная водичка. Так, подождите. Если вода тебя убивает, то что делает лава? Лава нам дает регенерацию. Сколько? 4. Ну то есть смотрите, лава... Нет, лава тебя немножко коцает, но она в ту же секунду восстанавливает тебе полностью все жизни. Это просто фантастика. Это просто фантастика, честно. Не стреляй, это... Чё ты делаешь, дебил? Иди сюда. Да выстрели ты... Да куда ты стреляешь? Ты придурок? Чё ты... Подождите. Крипер! Нет, подождите. Если это Майнкрафт наоборот, значит крипер не должен взрываться. Алло. Подождите. Алло. Я просто не могу. Это что за дебилизм происходит? Ёперес, это... Дебила, кусок зеленый, сопля! Ты что делаешь? Уф. Подождите, он не взрывается. Он попросту... Крипер! У меня... Да, режим изи. Я даже поставлю нормал. Окей. Наркоман! Я здесь! Взорви меня! На... Почему из крипера выпали яйца? Чё с тобой не так, курятина? А,
господи. А, так, подождите, катушка начинает немножечко крыть. То есть, крипер не взрывается, это Майнкрафт наоборот. Крипер не взрывается, зато курица взрывается. Подождите, я все правильно понимаю. Крипер больше не взрывается, но взрывается курица. То есть в этом Майнкрафте курица стала крипером настоящим. Я все правильно понял? У меня пока что башка не соображает, как курица может стать крипером. Ладно, окей, я пропущу это мимо ушей. Я не буду это запоминать, хорошо, пускай будет так. Что еще может быть в этом Майнкрафте наоборот? Если вода меня убивает, то есть, а я смогу поплавать на воде на лодке? Подождите. Так, подождите. То есть я... А, лодка, иди сюда! Да, а как плыть в этом Майнкрафте? Он ничего не делает, я не могу плыть даже. Так, лодку. Лодка тонет! Я даже сесть на лодку не могу, чё за дичь? Так, подождите. То есть на лодке я больше не могу плавать вообще. Что делает яблоко зачарования? А, ну, оно на самом деле ничего не делает, как я вижу. То есть оно как работало, так и работает. Хорошо, с яблоком все нормально. Подождите, если я не могу плавать на лодке в воде, тогда получается то, что я смогу плавать на вагонетке в воде, да? Только как мне поставить ее на воду, а? Так, подождите, я хочу ее столкнуть. Вот. Чё? Почему? Так это же Майнкрафт наоборот! Вагонетки не катаются больше на рельсах, они не ездят. Так, хорошо, тогда я сделаю вот так. Вагонетка плавает на воде, ребята! Ядрить, колотить, что это за наркомания? Вагонетка плавает на воде. Вы прямо сейчас это наблюдаете, вот прямо сейчас. Вот. Господи, ты это видел? Ты это видел? Вы это... Подождите, у меня есть еще ТНТ. А что тогда делает ТНТ? У меня такой вопрос. Да! Все мычат, все орут, потому что тоже никто ничего не понимает, что происходит. ТНТ больше не взрывает блоки. ТНТ спавнит блоки. О, как же без... Как же без этого? Так, да, мне просто интересно, что получится. Наблюдаю. Нет, это не то, что я хотел получить, моя скульптура не вышла, не. Так. Ага. А, потрясно. Замечательно. Ага. Хорошечно, все нормально у нас продвигается. Это сюда. И это вот сюда. Мне кажется, правая немножко отслоилась, и левая немножко лучше прилегает, чем правая, хотя правая, возможно, просто больше, чем левая, но в принципе, да, в принципе, это то, что я хотел получить. Да, моя скульптура, хорошо. Так, по логике Майнкрафта, смотрите, я возьму лук, хорошо? Я возьму лук. Что делает лук? Чё за дичь? Алло! Я не могу стрелять! Почему стрела там? Я туда не стрелял. Лук стреляет наоборот! Я убил свинюху! Как, подождите, так, смотрите, овечка. Так, да, свинюха, да, я тебя задним ходом убью. Па! Лук стреляет наоборот, лук стреляет задом. Чтобы еще раз понимали. Подождите, еще раз, по логике вещей.
у меня есть все кирки. То есть, получается, алмазная кирка вообще ничего не будет в этой жизни делать, да? Давайте будем засекать время. Как ломает алмазная кирка? Как ломает деревянная кирка? Это реально Майнкрафт полностью наоборот. Так, еще раз, алмазная кирка. Деревянная кирка. Подождите. Па-па-па-па-па-па. То есть, а каменная все же нормальная, железная. Железная, в принципе, очень даже медленная. А золотая? Золотая быстрая, золотая почему-то такая же, как алмазная в нормальном мире Майнкрафта. Но на самом деле алмазная, как видите... Ну, очень медленно. Так, подождите, у меня есть еще алмазный меч и деревянный меч. Алмазный меч. С одного удара, или я просто кританул, я не могу понять, подождите. Два. Два. Подождите, а деревянный... Да хватит травить меня! Деревянный меч. Не понимаю, на самом деле, есть ли разница в мечах, а в... Кирке 100% есть какая-то разница. Я не знаю, какая разница в мире. Опа, подождите, пожалуйста. У нас наступила ночь. Давайте посмотрим, что ночью происходит. Но перед этим я хочу протестить, что делает Эндерпёр. Ничего он не делает. Все так же, как и было. Так, подождите. Я вот что еще забыл протестить. У нас алмазная кирка, которая... Ну, сомневаюсь, что будет ломать обсидиан. И деревянная кирка, которая... Тоже какую-то фигню творит, я не понимаю. Не, ну она вроде ломает обсидиан. Да, похоже. Здорово. Ты меня будешь бить. Он меня даже не собирался трогать, поэтому все нормально. Так, мне еще интересно, что делает удочка. Ну, просто мне нравится этот эффект Кинти, он на самом деле очень хороший. Давай, опа, и блоки появились. Прекрасно, прекрасно. Так, что делает удочка? Удочка убивает! А что делает зомби? А, зомби так же, как и пил, так и пьет! Зомби ничего не изменилось! Так, удочка! Новая машина для убийств! Опа, опа! Так, дайте мне курицу! Нет курицы! Быстро, 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 быстро! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Хватит, 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 хватит! Зомби хватит! Бра! Дебилизм! Просто дебилизм чистой воды. Подождите, еще раз. А скелет что делает? Он также стреляет назад, так же, как и лук. Ты придурок, честное слово. Так, давайте будем двумя дебилами. Па! 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 Давай, скелет стреляет назад. Я стреляю назад. Будем идиотами, давай, которые стреляют назад. Давай, давай, давай! А чё нет? А чё нет, если я могу? Я же могёшь! Ты же могёшь, Эдисон! Ты же могёшь! Хватит стрелять! Опа! Опа! Кто кого быстрее убьет, а? Скелет, ты меня? Я тебя, конечно же, потому что, дебил, ты не умеешь задом стрелять, а я умею! Я уже научился! А что делает гнилая плоть? Ничего, то же, что она делала, то и делает. Я спрячусь в своем доме, сначала нужно закрыть дверь, а потом зайти сюда. А нет, знаете где? Где я спрячусь? Вот где. Где я спрячусь и где я закончу серию. Возле этих дебилов-скелетов, которые стреляют задом, которые меня, ну, вряд ли смогут убить. Я закончу серию возле нашего вот этого произведения искусства. Ребятки, если вам понравилась эта серия, если вы хотите даже узнать команду на вот эту... Хватит, если вы уйдите! Ну, мне, короче, жопа. Если хочешь узнать команду на этот наркоманский мир, поставь лайк, оставь коммент, как я уже сказал, кто сейчас подпишется. И три самых интересных, креативных коммента я выберу. И этим людям сделаю сигну в своей группе ВКонтакте. Если хочешь узнать команду, ставь лайк, подписывайся на канал, оставляй коммент. Я скажу тебе огромнейшее спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр такой наркоманской серии. Всем удачи и всем пока!